Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Injustice 2. Снова предашь нас, Селена? Не понимаю, почему Брюс тебе доверял. У меня 9 жизней, Дина, я предала почти в каждой из них. Ну ладно, хорошо, будем тебя тогда... Оу! Так, канарейка, ты у меня будешь что-то такое хорошенькое-то делать? О, кричишь, молодец. Так, подожди, подожди, подожди. Не надо тут выделываться, кошечка. Успокойся, пожалуйста, а? Захотела чего? Так, ребят, я, знаете, что хочу? Посмотреть, какой у нас суперудар-то есть. Ну и конечно... Что ты делаешь? Что это? Что это такое у тебя было? Ты хотел схватить? Оу, ничего себе! Киса, киса, тише, 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 не буянь. Ох, ты свои коготочки еще показывает мне, а? Ты посмотри. О, ребят, накопилась у меня полосочка для суперудара. И я думаю, что надо обязательно ее посмотреть. Так, ну что? Неплохо. Первый раунд, естественно, за нами. Ай, не хочет. Ну-ка, а так если... Что? Что ты будешь делать? Опа! Ядрить, макарить, ребята. Ох, не завидую я ей. И еще и припечатали. Хо-хоу. Круть. Я ничего не могу сказать. Неплохо, даже очень неплохо. Не дурно даже, ё-моё. Слушайте, ну коготочки-то все равно. Я смотрю, наша киса тут выпускает. И что-то сопротивляется. Нормуль получилось, да? Конечно, знать бы, какие удары у нее. И знать бы, как эти комбинации делать, согласитесь, было бы все намного... Оу, проще. Да, ребята, я ее добил. Вот и кончились 9 жизней. Это что еще такое? Оу, было красиво, Олли. Даже не понял, что произошло. Да, типа нормально. Оплошал маленько. Кто ж тебя так? Оу, это у нас кто? Бэйн, что ли? Как его там величать-то? Смотри-ка, активируется... Один из нас отвлечет его, а второй в это время разрежет трубки. Его трубки с веномом, Олли. А, с газом, да, значит? Как мило со стороны Бэтмена прислать своих лакеев. Я с радостью верну вас ему в пластиковых мешках. О, смотри-ка, самоуверенный какой. Так, ну что, давайте, наверное, выберем с вами зеленую стрелу. Я отвлеку его, а ты иди кромсать. Ну-ка, опа. Твой хребет сломается вот так. Ну все, тебе конец. Ты сломал мою любимую стрелу. Так, ребята, теперь, блин, мы играем за зеленую стрелу и... Ага, слушайте, довольно неплохо, мне нравится. Фу, шустрый парень. Так, Олли, вставай, вставай давай. Не дуркуй. Ты умеешь что-нибудь еще такое хорошенькое делать? Или нет? Или так и будешь тут валяться у меня постоянно? Ё-моё, отгребает он. Да, ребята, это Бэйн у нас и... О! Ха-ха-ха, неплохо, на, гад. Расстреляли, так сказать, в упор. Блин, Бэйн, а ты что, только так умеешь? Все, первый раунд за нами, ребятушки. Обязательно надо посмотреть, какой у нас суперудар. О-хо-хо-хо, нехило. Так, щенок. Лови, как говорится. Ну-ка, опа, неплохо. На, прям на стрелу на эту. Теперь еще и заморозочка. Ё-моё. Шикарно. Зеленый. Так, тихо-тихо, не надо. Хе-хе, промахнулся, говнюк. Ну, раунд. Все равно раунд он проиграет, ребята. Что такое у нас? Что за схватка, блин? Кто кого, как говорится? Я ничего не понимаю, ребята, что там нужно сделать. Ну, короче, схватка была в ничью у нас. Сыграна. Сейчас мы будем с вами продолжать этого Бэйна валять. Он сам-то по себе ничто и никто, и звать его никак. Если бы не вот этот газ, который у него идет по трубкам, ребята. Только за счет него он тут такой мощный. А на самом деле дрищ. В принципе, я вам это и доказал. Птичка, давай! Вот она, канареечка, бежит. Опа! И перерезали мы эти трубочки-то. Ну что, все. Сынок. Нет. Да-да, парень. Ну, с Бэйном мы справились. Так. Так, где эта чертова вонючая обезьяна? Что опять тут происходит у нас? Опачки, доктор Фейт. Пожаловал к нам. Я пришел к вам с наступлением тьмы. Доктор Фейт?
Дина Лэнс, Оливер Куин, прежде я защищал вас от опасности, но близится великая катастрофа, и я не знаю, смогу ли предотвратить ее. Ты про Грода и его друзей? С ними мы уже разобрались. Грод — пешка в руках более могущественного игрока. Грядет новый порядок. Я увидел будущее. Идемте со мной, пока я еще могу защищать вас. Если таков расклад, то мы останемся здесь. Бэтмену понадобятся наши силы. Все, кого вы знаете, погибнут. Я перенесу вас в безопасное место, чтобы вас не постигла эта судьба. Если потребуется, я применю силу. Добрый доктор слишком давно не снимал тот шлем. Тогда давай ему поможем. Фух, ну что же, канаричка. Оливер Куин, вы должны покинуть эту землю, прежде чем прервутся нити ваших судеб. Я бы с радостью это сделал, но приказывать мне может только она. Ха-ха-ха. Да, ребят, честно говоря, я хотел взять-то канаричку, блин. Ну, видимо, блин, попутал. Так, слушай, ну этот Фейт ничего из себя, блин, не представляет. Да, ты хорош, дай мне... Чё-то мы совсем разучились играть, в общем, одним словом. Ну, будем биться-то или нет? Стрелозадый ты наш. Да ёлки ты палки, да... Я ничего не вижу в этом фейте. Такого могучего, блин, или там супермощного. Вот все, видите, ребята, о чем я вам говорил? Отгребает он по полной программе. Так, хорош. Да заткнись ты там уже, блин, своими... Так, ребят, неужели первый раунд будет за ним? Не-не-не-не, мой первый раунд. Тю. Отлично, раунд 2, пошли. О, круто, блин, промахнулись. Да чтоб тебе, че он там своим пальчиком тыкает в меня, а? Гаденыш этакий. Приступаем. Так, у меня суперудар есть. И мы сейчас его активируем, ребят, конечно же. На-ка, полежи на стреле. И завороточку. Оу. И добивание. Круть. Так, ребята, у него пол здоровья осталось, поэтому сейчас быстренько его разберем. Как тебе нравится сосунок? Блин, сосунок, хотел его... Ты смотри, 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 что он делает. Пальчиком своим тут, а? Вонючими мажет. Ну, давай стрела. Молодец, умница. Не подвел. А Фейт пускай отдыхает. Этот день с каждой минутой все безумнее. Неужели шлем снимут? Я хоть посмотрю, кто это такой. А, так это обычный чувак. Что у него с глазами-то? Кент, ты в порядке? Головной убор тебя здорово раззадорил. Я утратил контроль над Набу, духом шлема. Спасибо, что помогли мне его вернуть ненадолго. Мне нужно встретиться с владыками порядка. Молитесь, чтобы они вмешались, пока еще не поздно. Не поздно для чего, Кент? Что происходит? Магия владык не позволяет мне сказать вам большего. Я и так слишком много раз менял судьбу. Участь этой планеты теперь не ясна. Простым смертным не справиться с тем, что их ждет. Так или иначе, ваши судьбы в руках богов. Вот так вот даже, да? Это было мрачно. Ага. Ладно, давай найдем Грода и свалим отсюда. Ага, вот и Грод. Что вы тут, макаки, пляшете? Вот он. Ё-моё, ты чё сделал с Куин, зараза? Вы слишком задержались в гостях. Мы с радостью уйдем, но ты пойдешь с нами. Опачки. Эта говорящая макака не только болтает, он еще и с телекинезом. Этот тиран-самоучка мой. Зря хорохоришься, канарейка. Как и все твои сородичи, ты скоро встанешь на колени предо мной. Склониться перед Гродом? Нет, этого не бывать. Так, ребята, понеслась у нас заваруха. Ху-ху. Да он, сынуля. Да что ты делаешь, а? На. Ребята, я не знаю, в чем проблема, но, видимо, этот бой придется нам удалить с вами. Невозможно было драться, потому что все время лагало и глючило. Почему? Сам не пойму. Красавица победила чудовище. Вот оно. Вот за что я тебя люблю. Такой довольный чувак. Блин, стрела эта зеленая, блин. Умора. Так, это что такое? Куда? Куда вы пошли-то, эй? Аглоеды. Так. Тупорылые обезьяны.
Че, заваруха, что ли, будет? Сосунки, бояки. Ого, нифига наручнички, ребят. Как раз по размеру. Удивительно, что это сработало. Пора заканчивать, хватать Харли и убираться отсюда. Это всегда дурной знак, когда ты надеваешь на них наручники, а они начинают хихикать. Людишки, вы победили в этой битве. Но вы уже проиграли войну. Опа. Что за землетрясение? Ноу, не-не-не-не-не-не, только не это, ребята. Ничего себе. Как оно здесь оказалось? Ах ты, грот вонючий. Это ты вызвал, да? Подхалим, блин. Так, ребята, где мы оказались? На этом корабле, что ли, я так понимаю, да? Олли. У меня нет слов. Ваша победа над гориллой Гродом заслуживает дальнейшего изучения. Это кто такой? Опа, опа, смотри-ка, фига. Ух ты. Зеленая кожа, зуб дает, что это пришелец. Марсианин, как Джон Джонс. Мой родной мир находится в тысячи световых лет от Марса на планете Колу. Я Брэниак. А кто это такой, а, вообще? Что за Брэниак-то? Да отцепись ты, блин, привязался к моим супергероям. Куда он тянет их, а? Что ему вообще нужно? Ой-ой-ой. Хватит, умоляю. Причина и следствие. Сопротивление приводит к насилию. Значит, мы не будем сопротивляться. Прошу тебя, прекрати. Фух. Канарейка, ты не шути с ним, пожалуйста. Видишь, он не в себе. Ты та самая катастрофа, о которой нас предупреждали. Что тебе нужно? Я ищу того, кого вы называете Суперменом. Долгие годы я думал, что уничтожил Криптон и все его останки. Супермен выжил, и я обязан исправить это упущение. Супермен нам не друг. Я знаю об этом, но ваша планета заинтересовала меня. Я потрясен таким обилием противоречий. Мы не станем твоими слугами. Слугами? Я не мелочный тиран. Я коллекционирую миры, сохраняя сумму их знаний, чтобы обогатить мой разум. И отбрасываю все лишнее. Почему? Ваш вид ценит благородные металлы, надуманные символы престижа. Я ценю знания, и подобно вашим металлическим безделушкам, чем реже знания, тем они ценнее. Ага, вот так вот. Значит, он коллекционирует знания. Йо, это что еще такое? Что за метеоритный дождь, блин? Иху! Жесть какая-то. Ах, вот оно что. Это же эти киборги, блин. Нифига, ты посмотри, что творят. Гады вонючие. Так, Брюс, давай иду. Братский глаз, сообщи, как идут дела у команды в Горилла Сити. Я не могу этого сделать, Брюс Уэйн, с земли. Почему? Потому что я не братский глаз. Так, что такое опять тут произошло? Ё-моё. Ах. Понятно, я, кажется, понял, ребят. Я Брэниак. Тебе не вернуть контроль. За последние дни я поглотил братский глаз и сделал его частью моей нейронной сети. Теперь он продолжение моего разума. Ты, хрупкий человек, сумел поймать и заточить в плен взрослого мужчину криптонца. Может быть, я не настолько хрупкий? Чтобы победить, ты использовал научные достижения, нанотехнологии, спутниковую связь, межпространственное перемещение. Я отниму у тебя эти средства. Почему? Криптонец принадлежит мне, а скоро моей будет и вся твоя планета.
А вот это вот поворот, ребятушки. Вот так вот. Что же мы будем делать-то с тобой, Бэтмен, а? Родной ты мой. Давай придумывай что-нибудь. Молодец. Для начала неплохо. Неужели мы будем в одиночку? Пора, пора, брат. Так, эти-то что тут рыскают? Кстати, посмотрите на них внимательно, ребята. Они, по-моему, вот состоят из плоти. Потому что, видите, мышцы, сухожилия, черепа. Просто они как-то зомбированы, что ли. Может быть, он их делает из людей. Просто в какие-то, знаете, в корсеты одевает на них, и они ходят и уничтожают. Ну куда тебе? Куда? А, нет, пробивает. Пробивает, как-то странно. Так, тут-то что у нас такое? Ага, смотрит. Это, я так понимаю, вообще какая-то другая планета. Великая Гера. Это не только в Метрополисе. В Готэме, в Пекине, в Москве. Сколько городов одновременно? Ох ты, узнала, да? Узнала же. Это он. Кто Кара? Кто он? Нужно вызволить Кал-Эла сейчас же. Так, Кал-Эл — это у нас Супермен. Лекс Лютер, тюрьма. Так, а это у нас кто такой? Не пойму. Покажите мне, пожалуйста, кто это такой? В красной камере сидит. Ну, не Лекс же Лютер, а? Нет, это у нас человек. Так, и к нему пришли мы. Но... А, это у нас Супермен, ё-моё. Ты надел костюм? Я чем-то вновь провинился? Брэйниак, что ты можешь сказать про него? Опачки. Как ты узнал это имя? Ты боишься его? Он вторгся к нам. Говорит, что ты принадлежишь ему. Брэйниак убил моих родителей. Он взорвал Криптон. Ты раньше про это не говорил. Как мне его победить? Никак. Без меня не сможешь. Что-нибудь придумаю. Это моя битва, Брюс. Тебе нужна моя помощь, Брюс. 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 Нифига не реагирует этот Брюс. Блин, какой же ты самоуверенный, а, Уэйн. Ё-моё, блин. Глава 4. Вторжение. Флэш. Что это у нас тут за база в горах? Научная какая-то, исследовательская, да? Лютер Уэйн. Угу. Так, я понимаю, тут будет про Флэш у нас. Нужна помощь, доктор Рэндалл? Не знаю, Барри, связь со спутником пропала, интернет и телефоны не работают. Может, эта старая рация нам поможет? Ты как здесь освоился? Коллеги не обижают? Скажем так, не все рады жить бок о бок с Флэшем, осужденным подсобником режима. Помилованным подсобником режима. Дай им время. Ты им еще понравишься. Ага, заработал, да, рация? База ЛУ, прием. Доктор Рэндалл, слава богу, у нас связь везде отключилась. Появились какие-то корабли и сбросили на город армию роботов. Они всех убивают. Не знаю, как долго мы еще... База ЛУ. Как быстро ты сможешь попасть в Метрополис? Меня помиловали с четким условием. Никаких сверхспособностей. Думаешь, это кого-то волнует, когда нас атакуют пришельцы? Барри, ты помог сокрушить режим, поэтому мистер Уэйн попросил меня взять тебя на работу. Если сам Бэтмен считает, что ты достоин второго шанса, то даже не спорь. Ага. Удьё, есть, ребята, это и есть Флэш у нас. Вот так вот. Красава, молодец, нифига, уже в Метрополисе. О, жесть. Нифига, что они делают, уроды эти. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо, как плохо. Чёртовы захватчики. Гады. Террористы, блин, я не знаю, как их назвать, ребята. Что-то делают, зачем им люди?
Что ты, гад, делаешь? Молодец, Флэш, умница. Вот только голова осталась. Ха-ха-ха. Чувак сам себе в голову херню-то воткнул. Так, ладно. Ух ты, смотрите-ка. А, это Брейниак смотрит. И горилла Грот здесь. Как я и предсказывал, Барри Аллен вернулся в строй. Тактическая группа готова. Им это понравится. Тихо. Так, а это-то у нас? Узнаю, это, по-моему, сам Дэдшот. Да ладно! Только не говори, что ты еще попадешь прям во Флэша-то. Да ну нафиг! Флэш, ну как так-то? А, может быть, он просто медленно бежал? Тогда да, все это объясняет. А этот у нас? Ага. Меткий выстрел, Дэдшот. Просто заверши начатое. Твое колено не восстановится так быстро при абсолютном нуле. Блин, капитан Заморозка. Ай-яй-яй-яй-яй. Господи, холод. Да ты посмотри, что творится. Да, чумовой денек. Почти как тот, когда рехнулся Супермен, а ты пошел ему помогать. Потом будешь меня мучить. Мы должны спасти ни в чем не повинных людей. Этих не повинных людей, которые хлопали Супермену, когда он казнил моих друзей. Мою сестру? Прости, Холод, но ты никогда не трогал обычных людей. Ты до такого не опускался. Ну, да, когда-то я был другим. Так, ну что, ребята, будем драться с капитаном Холод. Посмотрим, на что этот сучоныш способен. Ну, мне нравится пока Флэш, скорость у него нормуль. Правда, вот ударов я опять же не знаю. Поэтому приходится импровизировать. Оу, неплохо. Так, Холод, ты будешь чем делать, а? Что ты там делаешь? Нормуль. Так, опачки, а вот это был нежданчик, это нечестно, братюня. Так, вот, у меня накопился, ребята, суперудар, надо будет обязательно глянуть его. Да что такое, а? Все, первый раунд за мной. Оу, лихо мы сгоняли. Проверим, ребята. Ох ты. Нормуль. Нифига ты. Круто, ё-моё, что я могу сказать. Так, бум. Об динозавра. И... Оу, шик и блеск, ребята. А мне понравился этот суперудар. Будем его... Так, опять стычка у нас. О чем вы там говорите, ребята? Столкновение у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Проиграл я это столкновение, ребята. Ладно. В принципе, все это ерунда. Мне осталось только лишь раунд, ребята. Продержаться, и он будет повержен. Ничего в нем такого вообще нету в этом Холоде. Сосунок сосунком. Ну да, замораживает. Ну да. Так, что ты тут... Ах ты, гаден, ты посмотри. Вот это было сейчас круто. Ха-ха, прямым в пачу. Боюсь, мы оба подвели друг друга. Так, ну я так понимаю, капитан Холод был когда-то нормуль чуваком, видимо, стал злым. И видите, сестру его казнили. Я даже не в курсе, кто это. Так, что такое здесь? Опа. Ха, молодец, Квин, давай, туф. Вот так вот, ага. А значит, девочка-кошечка все-таки... Все-таки, наверное, за нас, я так понимаю, да? Воу, круто. Воу. Харли, 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 потише, роднуля, ты... Ох, вошла в раш, роднуля. Тихо, тихо, убьешь ведь, убьешь. А ей только бы посмеяться. Спасибо, киска, я надеялась, что двойной агент Бэтмена это ты. Много ли с этого толку? Грот не слишком доверял мне, чтобы рассказать об этом инопланетном вторжении. Мы должны помочь Дине и Олли. Поможем, но сначала нужно вернуться в Готэм, если от него еще что-то осталось. Вот так вот, ребята, заварушка. А значит, все-таки кисулька за нас. Так, Флэш, ну что? Давай что-нибудь думать. Так, эти тут рыскают, что-то ищут. Что-то ты медленно бегаешь, Флэш. Без практики трудновато. Опс. Опс, отлично. Кусок мылочкой, да? Лоутон, что с тобой такое? Ты должен сражаться против этих пришельцев. У меня нет выбора. Грот вживил нано-взрывчатку в мой череп и держит лапу на кнопке. Ох, вот это хорошо ты придумал. Да, через свое плечо Флэша ранил.
Так что, хочу я этого или нет, я выполню грязную работу. Блин, Дэдшот, ну ё-моё, ты как всегда у кого-то на крючке висишь, блин. Ладно, попробую тебя немножко вразумить. Ну, отлично, у нас получается пока все хорошо, ребята. Оу, боже, было-то, ё-моё, а? На-ка нафиг, гад. Получил? Понравилось? Слушай, я вообще-то, честно говоря, думал, что он будет что-нибудь там... Ой! Так, нечестно, гад. Да блин, мы будем его бить, а, Флэш? О, хорошо, нормуль, разогрелся. Погнали далее. Не, это ж... Что он там активирует? Так, ладно, ребята. Блин, опять! Опять повтор. Все, пора, по-моему, суперудар делать, ребят. Да ты достал уже меня в корень. Ну-ка. Замечательно. А теперь прогуляемся маленько. На! Мало, побежали теперь в прошлое. На! И иди обнимись сам с собой. Ай, ну что, ребят, добиваем. И на этом сказочке конец. Дэдшоту придет... Да ты смотри, гад, а! Раунд отыграл. Че ты там свой ножичек бросаешь, а? Я сейчас этот ножичек в одно место заткну, воткну и проверну. Ну, наконец-то. Наконец-то мы его победили. Знаю. Поэтому ничего личного. О, а это еще что-то... Что, что это такое было? Я не понял, ребят. Грод сказал, что ты любишь крупные катастрофы. Зобартаун, тебе-то что тут делать? И пропустить возвращение Барри Аллена? Нифига, это что за... Флэш 2? Так. Побежали. Не врубился, а кто это такой-то? Я думал, что Флэш у нас только один такой, скоростной. А оказывается, есть еще кто-то. Фига они там несутся. Охренеть. Почти, почти, почти дотянулся. Давай, 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 Флэш, беги. Ну это, по-моему, бесполезно, да, мне кажется. Оп, 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 сейчас догонит. А, черт, поймался. Фига у них тут мордобой. Так, давай, давай, давай. Я не пойму, машины остановились или это они так быстро, что время замерло? Ай, все, да? Ну что ж, придется, наверное, нам драться с ним, я так понимаю. Барри, я прибежал из далекого будущего, чтобы причинить тебе боль. Но это временная ветка. Здесь все... переменно, поэтому возвращайся в свое время, обратный Флэш. Думаешь, я не пытался? Твои дружки из режима убили одного из моих предков, и теперь я застрял в парадоксе. Я уже не смогу вернуться домой. Но хотя бы могу отомстить тебе. Обратный Флэш. Охренеть, ребят. В первый раз о таком слышу. Да он практически как я, один в один, ё-моё. Так, слушай, ты меня достал. Пора тебя немножко проучить, мне кажется. Да, получится ли у нас, я не знаю. Воу, воу, воу. Щенок, ты достал, да колупал меня. Так, ребят, у меня есть суперудар, буду, наверное, использовать его нафиг. Хоть как-то отыграться надо же. Так, один раз есть. Второй раз есть. И иди обнимайся сам с собой. Поцеловался, ё-моё. Так, мы сравняли жизни. Оу-оу. Так, ты достал, вот здесь серьезно говорю. Так, первый раунд мы выиграли. Попили, отдохнули и продолжаем. Так, отлично пошло дело. Блин, знать бы комбинация, ребята. Ох, я думаю, что у Флэша здесь, наверное, такие классные удары есть. Ай, и вырвался все-таки, гаденыш. Ну! Хорошо пошло. Вот это, я понимаю, получает от нас люлей, звездюлей. Удар тысяча звездюлей! Ну что, добиваем, ребята. Все, хорош с ним тютюкаться тут, блин. Да-да-да-да-да, конечно. У меня-то еще полная полоска КП, а у тебя, к сожалению, братишка, нет. И на этом мы, пожалуй, и закончим. Да, победили. Награды еще какие-то получаем там. Не знаю, на сколько встреч с друзьями мне хватит. Ладно,
Я загляну попозже. Хейл? Нет, только не сегодня. Я тоже рад тебя видеть, Барри. С чего мертвого пальца ты снял это кольцо? Ты же знаешь, оно работает по-другому. Кольцо избрало меня. Даже когда ты бросил стражи, чтобы вступить в корпус Синестра? Стражи бросили меня за решетку, но они научили меня подавлять мои страхи. Я заслужил второй шанс, который они мне дали. Стражи совершили ошибку. Ага, мне, значит, еще и с ним драться придется. Ладно, зеленый фонарь. Посмотрим, на что ты... Ага, уже начинает потихоньку выделываться. Ну, я-то все равно круче. Сынуля, что ты там со своей лампочкой мне тыкаешь прям в лицо, гад? Вот это другой разговор. Флэш, ты молодчик. Нет слов у меня просто. Ну, накажи его. Накажи еще. Я требую... Вот, молодец. Хе-хе, первый раунд за нами. Отлично. Я надеюсь, он не будет использовать свой суперудар говеный. Не очень-то хотелось бы под него попасть. Ага. Так, отлично, мы ему прописываем. Ребята, кликаем все кнопочки подряд, ищем чего-нибудь такого достойного и хорошего. Но, по-моему, пора с этим делом прекращать. Мы отгребаем по чуть-чуть. Хорош нафиг экспериментировать-то, а? Пора драться по старинке. Ногами и руками. Так, и суперудар у нас еще есть. Ну-ка, пропишем. Да, ребята, прописали. А слушайте, я думаю, что это будет заключительный у нас суперудар, потому что у него здоровья, как мы видим, не осталось ни шиша. И он, как говорится, погибает. Упал. Ну, ты сражался не в полную силу, так ведь? Как я уже сказал, я хочу искупить былые грехи. Я предал корпус, родную планету и друзей. И это самое ужасное. Сегодня все мне напоминают, как я не сумел стать героем. Как сложно будет вернуть людское доверие. Похоже, мы с тобой на одном пути. И этот путь очень долгий, Барри. Нам будет проще, если мы пойдем вместе. А, все-таки друзья. Ну, хоть так, ребята. Нам же нужна помощь. Не от него. Но ты мне дал второй шанс. Потому что ты осознал свою ошибку и помог справиться с Кларком. А если бы Кларк сейчас правил, он бы до сих пор носил желтое. Я изменился. Я понимаю, почему ты мне не доверяешь. Но тебе стоит довериться стражам. Это кольцо не пустой звук. Они устроили мне ад, прежде чем я его вновь получил. Ладно, я буду выполнять свой приказ. Надеялся, что будет проще, если мы поможем друг другу. Фонарь. Возможно, мне пора расширить круг доверия. Чем я могу помочь? Ты отправишься в Атлантиду. Нашему другу доверия нужны Аквамен и его морпехи. Думаешь, он сможет помочь? Он не появлялся с тех пор, как пал режим. Но ему не понравится, что Супермен втянул его в режим. Он точно не будет рад меня видеть. Привыкай. Разговор короткий. Глава 5. Море бед, зеленый фонарь. Бэтмен хочет, чтобы мои морпехи помогли ему, как Супермен, приказавший мне напасть на Метрополис. Тогда мы все сражались не на той стороне. В следующий раз мои люди будут проливать кровь за Атлантиду, а не за жителей суши. Артур, ты же один из нас, твой отец. Мой отец был человеком, но я служу Атлантиде, Джордан. Я не доверяю тебе, да и вообще всем жителям суши. Уходи и скажи Бэтмену, чтобы он не лез в мои воды. А когда это появится у тебя, Атлантида сможет постоять за себя. Это произойдет раньше, чем ты думаешь. Мы должны помогать друг другу. Ступай, не отвлекай меня попусту. О-о-о, тихо, фонарик, успокойся, пожалуйста. Не кипишу, я тебе говорю, ё-моё. Нет, я не уйду. Ага, напомню тебе, в чьих ты сейчас владениях. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этой ноте я, пожалуй, и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что, всем пока,